если есть путь к лучшему, то начинается он с изучения худшего. Томас Харди, 1887 год. Мы просто застряли в тупике, вгруженном внедорожнике, с пустым топливным баком. Джеймс Говард Канцлер, 2003 год. Черно-белое и цветное. В пригородах. В пригородах. Пригороды. О них написано почти столько же, сколько о Мэдисон-авеню, и столько же в воспоминаниях. Как и на Мэдисон-авеню, у жизни в пригородах есть хорошие моменты и не очень хорошие. О, нет! Обескуражены, разочарованы. Нет! Они рады быть здесь. Молодой паре нужно время, чтобы осознать, чего они хотят, когда покупают дом или когда заводят ребенка. И когда они покупают дом и заводят ребенка, так они осознают, у них начался период активных покупок. Бешеная безостановочная поездка. Это счастливый мир денежных трат, отраженный в витринах пригородных торговых центров, куда они идут за покупками. Для торговых центров это молодые люди, чьи дома постоянно должны становиться лучше. Люди, которые покупают много и загружают покупки в свои машины. Это большой рынок. Эти молодые люди, делающие покупки с той же уверенностью, которая сначала привела их в пригороды, составляют большую часть нации на колесах, живущие автомобилем, первое молодое поколение эпохи нажатия кнопки. Американцы в своей массе любят пригороды. Они всегда обещали простор, доступность, удобство, семейную жизнь и легкость передвижения. После полувека непрерывного развития больше половины нашего населения переехало в них. И когда население пригорода выросло взрывным образом, пригородный образ жизни впитался в американское сознание. Пригород и все, что с ним связано, стал американской мечтой. Но на входе в 21 век появляются серьезные вопросы. Можно ли поддерживать этот образ существования? Есть ли будущее у мечты о пригородной жизни? Конец пригородов. Исчерпание нефти и крах американской мечты. Весь проект развития пригородов, думаю, можно кратко охарактеризовать так. Крупнейшее в истории разбазаривание ресурсов. Америка взяла все свое послевоенное богатство и вложила его в жизнеустройство, у которого нет будущего. Главная причина в том, что избыток дешевой энергии заканчивается. Дешевая нефть — это вечеринка, которой мы наслаждались последние 150 лет. И эта вечеринка заканчивается. Мы станем свидетелями конца нефтяной эпохи. И результатом этого станет конец американского образа жизни. Здесь, в типичном североамериканском пригороде, жизнь, кажется, течет точно так же, как она текла последние 50 лет. С каждым годом все больше и больше улиц, как эта, вытесняют фермерские поля по мере того, как все больше и больше людей приезжают сюда за своей долей хорошей жизни. Однако история доказала, что ей безразличны людские мечты и надежды на лучшую жизнь. Зачастую даже самые благие намерения не спасают от бедствий. И пригороды возникли
самыми благими намерениями. Мечта о пригороде была противоядием от жизни городской, особенно от жизни в промышленном городе. В конце концов, это должна была быть жизнь в сельской местности для каждого, и пригород был способом обеспечить ее для масс. Промышленные города как таковые никогда не существовали прежде. Они были чем-то новым. У людей не было опыта обращения с ними и со всеми ужасными вещами, которые в них делались. Вы знаете, города в Северной Америке росли вместе с развитием промышленности и во многом были результатом индустриализации. И довольно быстро, к середине 19 века, получилось так, что промышленный город стал по-настоящему страшным местом. Он был шумным, задымленным, загрязненным и зловонным от всех этих ужасных фабричных выбросов. Люди не хотели больше жить рядом с ними. Были и другие проблемы. Нужны армии рабочих, чтобы вкалывать на этих фабриках, которые разрастаются до гигантских размеров. Районы, где жили рабочие, в конце концов превратились в огромные трущобы. Таким образом, в нашем коллективном сознании, в сознании жителей Северной Америки, созрела идея, что город не слишком хорошее место для жизни. И какова альтернатива? Ну, есть город и есть загород. Именно первые пригородные дома в конце 19 века позволили людям обеспеченным и принадлежащим к верхнему среднему слою выбраться из грязи и рутины рабочего класса и всей его вульгарной городской рабочей культуры. Между 1870 и 1890 годами возникают первые образцы пригородов, построенные на идее «домик в парке», «жилая недвижимость в парке». Это, например, такие участки, как парк Лувеллен в Нью-Джерси и Риверсайд в 15 километрах от Чикаго, которые представляют собой большие виллы в викторианском стиле, поставленные в парковой зоне. Вначале это были единичные строения, притом хорошо сделанные, потому что те, кто их строил и в них переезжал, имели достаточно денег, и переезжали они в настоящую сельскую местность. Не было магазинов K-Marts в 1897. Затем, в конце 19-го, начале 20 века, перед Первой мировой, возникает нечто иное. Появляются трамвайные пригороды на основе трамвайных маршрутов, выходящих за пределы города. И это новые пригороды, которые, правда, пока еще строятся в городском стиле. Каждая из трамвайных остановок создавала великолепную главную улицу, а также плотную застройку небольших домов вокруг, очень удобную для пешеходов и для прогулок в привычном смысле слова. Это были одни из красивейших мест жилой застройки в Америке. Они находились непосредственно за чертой города. В 20-х годах 20 века начинается массовая демократическая моторизация пригородов. Это приводит к буму 20-х, во многом основанному на создании автомобильных пригородов и на их обустройстве. Проект прерывается Великой депрессией и Второй мировой. Нет, сэр, ничто вокруг не помешает его идеям вспыхивать. Чего-то здесь не хватает. Поставим систему кондиционирования воздуха с глубоким охлаждением, холодильник для пива, большой зеленый газон и многое другое. Программа экстренного обеспечения ветеранов жильем запущена. Чтобы решить проблему с жильем в сотнях городов, цель – 2 миллиона 700 тысяч домов и квартир к концу 1947-го. Это возвращение долгов нашим солдатам, сражавшимся во Второй мировой войне. Приходите в свой дом, вам больше не нужно жить в городе, вы можете жить в новом доме в пригороде, с женой, которая сидит дома, с семьей. Такова награда, и она стала упакованной американской мечтой. Но это только послевоенная американская мечта. Это не истинная американская мечта, ибо каждый способен всего достичь. Пригороды созданы практически мгновенно.
Полмиллиона домов выросли по всей стране в 1946-м, почти миллион в 1947-м, миллион в 1948-м, еще больше в 1949-м. 50-й год. Пустые фермерские поля, тихие городки и поселения вокруг большого города оказались в центре ревущего бума жилого строительства. Идет тщательная работа по созданию автомобильных пригородов по схеме тупиковых ответвлений, и схема становится образцом того, как строить в дальнейшем. В то время Америка – единственное место в мире, где слесари, водопроводчики и рядовые строители могли иметь собственный дом. Средний класс получил возможность подняться с низов до докторов и стоматологов, и никого не забудут. Вы увидите такую сцену в каждом поселке, в каждом большом и маленьком городе по всей стране. Надежды и мечты для каждого из них – это дом, который они могут назвать своим. Дом дает мужчине чувство безопасности, а для каждой женщины ее дом – это место для безмятежной жизни. А здесь у нас будет гостиная, а кухня – вот здесь, так мы можем видеть, как дети играют во дворе. И живая изгородь протянется вот здесь. И, ах, дорогой, это будет просто прекрасно! Получилось так, что пригороды оказались обманом надежд. Послевоенные пригороды вовсе не то, что было обещано. Это не сельская жизнь, это пародия на сельскую жизнь, пародия на дом. В них нет истинной прелести сельской жизни, нет связи с растительной или животной природой, с реками, лесами, полями, сельским хозяйством, ничего из этого. Есть только газон, который сам по себе продукт промышленного производства. Так что в пригородах нет ни прелести сельской жизни, ни удобства городской. Зато присутствуют недостатки того и другого. Все, что фактически есть, это шестиполосная автомагистраль. Вот так мы все, завися друг от друга, живем независимо на колесах. Идея состояла в том, что каждый будет жить в сельском доме. В итоге американские города были совершенно выпотрошены. В период с 50-х по 70-е годы 20 века мы наблюдаем широкомасштабный снос как первый шаг в возведении новых городов. Освободить необходимое пространство для новых архитектурных комплексов – это единственный способ выдержать соревнования с растущей силой пригородов. Часто стены наших городских сооружений сопротивляются мощи разрушительного момента. Отныне мы надолго станем свидетелями обширного сноса, первого шага к тому, чтобы сделать наши города лучше для работы, лучше для жизни. Потребуется много усилий, но мы, как народ, справимся с задачей. И видя строительный мусор здесь, у ног Колумба, давайте помнить, что во многих смыслах континент еще впереди. Американский город выплеснули в сельскую местность, и его функции переместились следом. Хождение за покупками, розничная торговля, офисная деятельность. Чем больше жителей Северной Америки переезжали в пригороды, тем большим вызовом для законодателей становилось то, как доставить всех этих людей из дома в торговые центры, на работу и в школу, а затем обратно. Основные американские автопроизводители были воплощением промышленной мощи, последовавшей за Второй мировой. И у них был план для масс. Неудивительно, что он основывался на автомобиле в роли будущего массового транспорта в Америке. Рост пригородов создал еще одну проблему. Как добраться туда и обратно? Без машин жизнь в пригороде была бы невозможна. Но когда мы живем в пригороде, даже если туда ходят трамваи и автобусы, большинству людей приходится полагаться на машины. С каждым годом их все больше. Для них с каждым годом должно быть все больше скоростных дорог и магистралей. Изначально проектировщики готовили для пригородов трамваи и узкоколейные поезда, чтобы создать пространство удобными для жизни. Компании GM, Firestone и, по-моему, Standard Oil
были признаны виновными в заговоре по уничтожению железных дорог в Соединенных Штатах, когда они буквально скупили железные дороги целиком, чтобы продавать автобусы GM с шинами Firestone на топливе от Standard Oil. В то время шла реализация федеральной программы строительства скоростных дорог. GM обещает награду за решение проблемы скоростных дорог. Недавно состоялся конкурс на лучшие хайвеи. Цель – пробудить творчество нации на тему, как спланировать и оплатить необходимые нам безопасные и современные хайвеи. Эксперты дорожной отрасли изложили свои предложения. Этим вечером GM объявит победителя конкурса на лучшие хайвеи. Мне оказана честь представить победителя высшей национальной премии Роберт Моузес, Нью-Йорк. Роберт Моузес, нью-йоркский координатор по строительству, всемирно известный проектировщик скоростных дорог, человек, который знает свое дело. Никакое волшебство не создаст внезапно подходящие для машин дороги. Меры по созданию не являются ни легкими, ни дешевыми, не моментально осуществимыми. Но задача, которую вы поставили, не выходит за рамки возможностей взявшегося за работу американского народа. Хорош гудеть, мужик, мы никуда не едем. Ты думаешь, что ты всего добился? Хорошая работа, застрахованный автомобиль, и у тебя есть домик в пригороде, вдали от городского смога, не под тенью фабрики. Растишь детей, цветы и овощи. Мечта, становящаяся явью. Это особая американская мечта, которую упаковали и продали, и субсидировали, очень, очень сильно субсидировали. Настолько, что при попытках продолжать, возникает большой вопрос, сможем ли мы поддерживать прежний уровень субсидий, и он непозволителен. Шоссе между штатами превратились в непрерывные застроенные участки. Например, можно ехать из штата Мэн во Флориду по 95-му шоссе и ни разу не увидеть природный ландшафт. Он стал сплошным городом. При этом плотность населения в тех районах чрезвычайно низкая. Совершенно невыгодно строить железные дороги. В таких районах растянутой застройки из-за низкой плотности даже автобусные маршруты невыгодны. Единственный эффективный вид транспорта — частный автомобиль. Расстояния, что проезжают люди, довольно велики. От 80 до 150 километров в день — вполне обычно для жителей тех пригородных территорий. Все графства в радиусе 80 километров от шоссе продемонстрировали рост населения, и все графства за пределами 80 километров от шоссе его уменьшение. Это путь в абсолютно, совершенно неверном направлении. Пригороды не существовали бы, если бы не дешевая нефть. США — это страна автомобиля. Автомобиль начался в США, и в действительности автопромышленность здесь появилась потому, что мы искали способы использовать дешевую нефть. США купались в нефти в начале 20 века. В 30-х годах месторождения открывали так быстро, что в Техасе заливать нефть в бак машины было дешевле, чем питьевую воду. Автокомпании быстро стали двигателем американской промышленности и экономического роста. В результате мы создали новую систему расселения, когда люди проживают за много-много километров от своей работы, от продовольственных магазинов и других объектов жизнеобеспечения, в расчете, что они могут и должны запрыгнуть в машину в любой момент и ехать далеко-далеко. Единственное условие, при котором такое возможно, это наличие дешевой энергии. Теперь мы просто застряли в тупике, груженном внедорожнике с пустым топливным баком. По всей Северной Америке мы приезжаем на легковых, грузовых и полноприводных автомобилях на заправке, как это, ожидая заполнить бак топливом по цене в два раза ниже, чем в Европе и большей части остального мира. Мы ожидаем, что нескончаемый природный газ обогреет наши дома. И мы ожидаем, что нескончаемый природный газ обеспечит все возрастающие объемы электричества, которые мы потребляем. Изобилие дешевого, надежного ископаемого топлива позволило нам вести сегодняшнюю жизнь.
Все, включая наши поезда, автобусы, автомобили и грузовики, зимнее отопление и летнее кондиционирование, все это зависит от дешевой энергии ископаемых топлив. И никакой другой стиль жизни не расходует столько энергии, сколько жизнь в пригородах. Избыток дешевых ископаемых топлив – вот что прокладывает дорогу, смазывает и везет жуткий рост пригородного строительства. Все активнее и активнее этот рост захватывает поля, луга и прибрежные территории, предлагая взамен 6 дорожных полос американской мечты, которым не видно конца. Августа 2003 года, Торонто, Канада. Мы получаем сообщение от десятка слушателей о том, что электричества нет. Кажется, весь город остался без света. Свет отключен также в Нью-Йорке, Питтсбурге и Детройте. На данный момент без электричества остаются 50 миллионов людей. Сейчас ночь. Я чувствую себя в депрессии. Как произошло это веерное отключение? Целый каскад предохранителей не выдержал, когда нагрузка на сеть приближалась к предельной. Главная причина в очень жарком лете того года. Днем 14 августа верхняя температура впервые достигла 32 градусов по Цельсию на всей территории от восточного побережья Мичиганского озера до Атлантического океана, от Торонто, Монреаля, Квебека до Вашингтона, Цинциннати и Сент-Луиса. По мере того, как это происходило, нагрузка на сеть возрастала все больше и больше, пока не достигла 100% из-за повсеместно включенных кондиционеров. А когда сеть сильнее всего уязвима, она уязвима на пике летней температуры между 4 и 5 часами дня. Во-первых, стоит самая жара. Во-вторых, все три вида потребителей электроэнергии одновременно активны. Промышленность, коммерческая сфера, население. Так во сколько произошло отключение? По иронии, в 4 часа 13 минут. Вопрос не в самом происшествии. Вопрос в том, почему мы допустили такое приближение к пику возможностей электросети, что одна-две линии передач оставили 57 миллионов человек без света на несколько дней. Все в людском обществе, что мы зажгли, погасло, когда отключилась энергия. И если это не стало еще одним уроком того, насколько важна энергия, то что тогда может им стать? И знаете что? Люди не поняли. Это не был желтый свет, это был яркий красный свет. Но, по-моему, мы не усвоили урок. Мэтью Симмонс, президент и управляющий компанией Simmons & Company из Хьюстона, Техас, это крупнейший в мире инвестиционный банк на рынке энергии. Среди его клиентов – Всемирный банк, Карнеги, Халлибертон, Бектел. То есть он работает с гигантами индустрии. Мэтт Симмонс высказался поразительно, четко и прямолинейно. «Ребята, гляньте, мы загнали себя в угол. Мы попали в зависимость от электростанций на природном газе, им нет альтернатив. Станции на угле слишком загрязняют среду, атомные слишком дороги, и у них много противников, а гидростанции загружены на полную мощность, поэтому мы привязаны к газу». Но он также сказал, что генерирующих мощностей больше строиться не будет. Почему? Потому что для них нет топлива. Он спрашивает, кто станет вкладывать деньги, а это 150 миллионов на одну электростанцию, ради отдачи в 1%, если известно, что станцию нечем загружать и невозможно получить прибыль. Мы вынуждены все больше и больше полагаться на природный газ при производстве электроэнергии, а природного газа все меньше. Природный газ невозможно больше извлекать из земли в тех колоссальных объемах, в которых он добывался для удовлетворения гигантских аппетитов и растущих потребностей Северной Америки в нем. Стоит лишь кому-то, кто понимает, о чем он говорит, осознать, что запасы природного газа истощаются,
как он сразу вынужден признать последствия этого. Мы обязаны наращивать производство электричества, иначе не сможем обеспечить рост экономики. Потому что не думаю, что хоть один серьезный экономист станет утверждать, будто наша экономика может расти на 2-3% в год при неизменном уровне потребления электроэнергии. Экономический рост основывается на все большем производстве электричества. Производство электричества основано на энергии углеводородов. Точка. И Мэтью Симмонс заявил предельно ясно, дальнейший рост невозможен. Для человека с его послужным списком утверждать такое, все равно, что для католической церкви до Галилея сказать, что Земля круглая. Для нас является нормой использовать огромные объемы электричества, а также нефти для собственного передвижения. Норма – жить в пригородах. Норма – потреблять, как будто завтра не существует. В какой-то момент мы обнаружим, что этой норме жизни настал конец. Отключение энергии в 2003 году, которое оставило без света 57 миллионов человек, официально списали на сбой одного участка сети и неполадки на линиях передач. Мэтью Симмонс убежден, что существуют более глубокие причины, что Северная Америка подходит к пределу своих возможностей по выработке энергии ввиду близорукого энергетического планирования и политического высокомерия. Будущее американской электроэнергетики завязано на ресурс, который в Америке теперь истощается. Природный газ. Если можно представить, что такая ошибка в управлении развитием ведет нас к энергетическому кризису, если возможно, что наши законодатели и специалисты допустили такую историческую ошибку, то какие еще ошибки они могли сделать? Что нам не говорят о будущем нефти? Большинство людей, думая о нефти, задаются вопросом, когда она закончится. Однако это неправильный вопрос, потому что нефть в земле – это не бензин в баке вашей машины. Когда бензин в вашей машине заканчивается, вы знаете, что это проблема. Но он не закончится, пока есть хоть одна капля. С нефтью в земле ситуация совершенно иная. Мы не можем выкачивать нефть из земли с произвольной скоростью. Вся нефтяная добыча, будь то отдельное месторождение, страна или планета в целом, всегда следует колоколообразной кривой. Когда вы бурите первую скважину и находитесь у поверхности, под давлением нефть бьет фонтаном. Вы бурите больше скважин, давление падает, скорость добычи падает. Кроме того, так вы получаете лишь легкие фракции, которые поднялись наверх пласта. Более тяжелая, более дорогая в переработке и сложная в добыче нефть залегает глубже, и приходится останавливать откачку, закачивать в скважину воду, угарный газ или природный газ, если есть возможность, чтобы начать выдавливать нефть. Именно так происходит в Саудовской Аравии. Так что возникает такая кривая. Вначале идет довольно быстрый подъем, все выше и выше и выше, затем достигается пик, пологий участок. Преодолев примерно середину, скорость извлечения ресурса находится на пике. После этой точки, какие бы усилия вы ни прикладывали, невозможно получать ресурс с прежней отдачей. Добыча достигает пика и начинает падать. Мы, похоже, где-то в середине прямо сейчас. Мы прямо на пике, в точке, когда мир производит наибольшее количество нефти, которое когда-либо произведет. И мы вступим в фазу падения очень скоро, если уже не вступили. Не вполне ясно, произошло это или пока еще нет. Это один из тех феноменов, о которых можно сказать с уверенностью, только глядя назад, в зеркало заднего вида, оглянуться и воскликнуть: «Боже, точно, то был пик!» Но обычно к тому моменту события так далеко в прошлом, что восклицаешь уже в совершенно новой эпохе. И когда начинается спад, может быть неровный, это примечательный спад, при нем возникает разрыв между тем, сколько нужно добыть, и тем, сколько позволяют залежи. Пик означает, что роста больше нет. Эффект от прохождения пика в том, что отныне каждый добываемый баррель будет обходиться все дороже. Он потребует больше энергии при извлечении из земли и даст нефть худшего качества. Человек, получивший наибольшую известность за создание концепции пика нефти, это доктор М. Кинг Хаббард.
М. Кинг Хаггард был, пожалуй, самым знаменитым и влиятельным геологом 20 века. Он работал в американском геологическом обозрении, работал на нефтяные компании, например, в исследовательском подразделении Shell. В 1956 на одном отраслевом съезде он произнес поразительную речь и продемонстрировал графики, из которых следовало, что на основе всех его расчетов где-то в начале 1970-х Соединенные Штаты Америки пройдут пик добычи нефти. И когда мы достигнем этой точки, неважно сколько, и как быстро мы бурим, какова цена нефти, мы войдем в стадию спада добычи. Очень немногие восприняли его всерьез, несмотря на широкое уважение к нему. Естественно, американская нефтедобыча достигла пика в 70-71 годах. В результате несколько больше людей стали воспринимать его всерьез. Если изучить историю нефтедобычи в США, то самая большая ирония, на мой взгляд, в том, что в 1970-м репутация доктора Хаббарда была в руинах. Его ликующие критики постоянно писали в прессе в то время. Помните того старика, который говорил, что у нас кончится нефть в начале 70-х? Смотрите, Соединенные Штаты никогда не добывали больше, чем в этом году. В тот год был пик. Потребовалось полдесятилетия или даже больше, прежде чем эксперты в Соединенных Штатах взглянули назад и сказали: «Неужели запасы падают? Мы впрямь прошли пик». Он пошел дальше, предсказав мировой пик нефти на середину 1990-х, что, возможно, было бы правильным, если бы не нефтяной шок 70-х, когда цены на нефть поднялись настолько, что подорвали спрос. В результате в 70-х добыча нефти уменьшилась, впервые за всю историю. Это задержало мировой пик производства нефти на приблизительно 10-15 лет. Единственные ученые, кто воспринял все это действительно серьезно, представители старой школы. Из-за того, что молодежь увлечена технологиями, мы вырастили полтора поколения геологов за игровыми приставками. Теперь они садятся за компьютер и в основном манипулируют изображениями, пока не воскликнут: «О, посмотрите на это яркое пятно!» Книги о нефти выпекались как книги о компании Enron. В конце 90-х практически все арабские нефтедобывающие страны сообщили о невероятном росте запасов от 50 до 100% всего на протяжении одного или двух лет. Это не было вызвано открытием новых залежей, то была политическая игра, поскольку ОПЕК тогда вырабатывал новые правила, в которых устанавливалось, что страна может увеличивать добычу и продажу нефти в соответствии с располагаемыми запасами. Таким образом, желание увеличить рыночную долю подталкивало к тому, чтобы завысить объемы залежей. Но доказательства того, что заявленная нефть действительно находится в земле, слишком шаткие. Так что сколько нефти в Саудовской Аравии или Ираке, доподлинно неизвестно. Есть ли в Ираке 115 миллиардов баррелей, о которых твердит пресса, или, может быть, там 40 или 60 миллиардов, мы не знаем. Эксперты-пессимисты, как Мэтт Симмонс, склоняются к нижним границам оценок. Саудовская Аравия уже могла пройти пик. Если окажется, что Саудовская Аравия прошла пик, то однозначно весь мир прошел его. Споры о пике добычи нефти на планете начались. Для участвующих в них ученых вопрос не в том, если или как, но когда. Париж, Франция. Ассоциация по изучению пика нефти и газа. Вторая международная встреча по вопросу исчерпания нефти. Май 2003-го. Мне очень приятно открывать этот семинар ассоциации. Следует понимать, что тема пика нефтедобычи – это активное обсуждение в процессе. По моим оценкам, мы войдем в период больших сложностей в районе 2010-го. Пик уже случился. И теперь мы,
больше не пророки, теперь мы историки. Информированные люди дали так много оценок, что кажется, будто перед нами мишень для дартс. И все-таки оценки хорошо группируются, а в последнее время сходятся все плотнее. Большинство из них предсказывают пик не позднее 2020-го. Судя по многим признакам, происходит изменение в сознании. Мы перешли от вопроса, есть ли пик, к вопросам, какова его величина, скоро ли он произойдет, и что мы можем предпринять. Это больше не слова одинокого воина в поле. Это становится, и по праву становится, широко обсуждаемым. Проблема доберется до пригородов, и вероятнее раньше, чем позже. Я склонен согласиться со многими, кого мы слышали, что пик нефти уже здесь и сейчас. Теперь известно, что неучтенных избытков на Ближнем Востоке нет. Простите, это так. Поэтому, похоже, пик Хаббарда пройден. Думаю, он между 2005 и 2007. Так показывает моя модель. Мы всегда боялись, кто захочет жить после пика, при уменьшении доступной нефти в мире. У меня есть список. $7 триллионов потерь на фондовом рынке США. 2 миллиона потерянных рабочих мест в США. Профицит федерального бюджета исчез. Профициты бюджетов штатов исчезли. Средний класс исчезает. Пик не означает отсутствие нефти. Все в зале знают это. Но то, что мало людей за пределами зала понимают это, является серьезной проблемой. Проблема исчерпания нефти приведет к росту ее цены, которую ощутят на себе рядовые американцы. Это произведет катастрофическое воздействие на американское общество, потому что за последние 20 лет американцы сильнее, чем когда-либо, расселились за пределами городских центров, на участке территории вокруг крупнейших городов. Мы называем это ползучей застройкой или пригородами. Мне действительно жаль, но живущая в загородном доме американская семья идет по неправильному пути. Каковы же последствия для рядового гражданина? Сейчас каждые несколько лет он может купить большую машину, улыбаться, что на горизонте не облачко, но когда разразится кризис, будет гораздо хуже. Странная ирония есть в этом бизнесе, потому что чем эффективнее вы добываете нефть, чем более вы умелые, чем лучше делаете свою работу, то есть обладаете всем, что обычно считают достоинствами, своими действиями, вы только ухудшаете ситуацию и приближаете конец. Еще один сильный удар по пригородам связан с отоплением домов. Как знают большинство домовладельцев, порою оно может стать затратным. Этой зимой, которая была особенно холодной, на северо-востоке страны были истрачены почти все запасы газа. Мы едва справились. Уже горел красный сигнал. Мало топлива. Соединенные Штаты получают всего лишь 15% природного газа из Канады. Однако жители Соединенных Штатов не догадываются о том, что эти самые 15% составляют больше половины добываемого в Канаде газа. Если люди в США считают, что эти отношения способны длиться вечно, с учетом, что добыча газа в Северной Америке только что преодолела пик, они безумцы. В газовой сфере нам необходима модернизация более быстрая, более агрессивная, чем мы ведем в нефтяной сфере. Не существует никаких быстрых решений. Ноль. Бог всегда устанавливает пределы. Я верю, ему нравится испытывать человечество время от времени. И думаю, что испытание грядет очень, очень скоро. Конец дешевых нефти и газа близок. Но мы привыкли принимать как должное выгоды от них. Наш достаток в Северной Америке, наши новые машины, наша загородная жизнь — все это основано на избытке дешевых нефти и газа. Каковы последствия дефицита и удорожания ископаемых топлив? У нас был этот невероятный период в 50 лет относительного мира и стабильности на планете.
И, по-моему, он погрузил американское общество в некий транс коллективного согласия, что мир всегда был стабилен, что происходящие мировые события для нас не несут значительной опасности, что мы наверняка выстоим перед лицом опасностей, и что наша так называемая экономика продолжит свой марш по прямой наперекор всему. В интересах каждого поддерживать видимость, будто этот стиль жизни нормален, будто он то, что нам следует ожидать для себя, следует ожидать для наших детей, и что нужно продолжать покупать и потреблять, словно завтра не существует. Экономические преимущества от жизни в очень стабильном мире, в смысле, что мы не воюем с Китаем, в том, что они производят все наши товары, а выгоды получаем мы. Мы привыкли теперь доставлять товары в наши дома за 19 тысяч километров. Они все сделаны в Китае, от сковородок до трусов. Что будет, если линии поставок из Китая разорвутся? Что бы было, если бы у нас возникла конкуренция с Китайской Народной Республикой за остатки нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии? Продолжит ли Walmart получать с китайских фабрик непрерывный поток всего на свете, от сидений для унитаза до удочек? Думаю, нам в Северной Америке придется ужать и снизить все, что мы делаем. Все. От сельского хозяйства до образования, то, как мы селимся на местности, спорт, понимаете, всего должно стать меньше. Эпоха салата Цезарь, доставленного за 5000 километров, заканчивается. Теперь нам придется выращивать больше продуктов ближе к местам нашего проживания в городах. Не только цены на еду взлетят до небес, но и продуктивность сельского хозяйства на североамериканском континенте быстро понизится. Так называемая «зеленая революция», произошедшая в 40-х-50-х, обеспечила взрывной рост производства продуктов. Мотыга не тронула этого поля моркови. Полученные из нефти гербициды уничтожили сорняки в зародыше. Специалисты сельского хозяйства ведут нескончаемый бой с вредителями, уничтожавшими урожаи на миллионы долларов в год. Опрыскиватели и химикаты на основе нефти – одно из самых эффективных оружий. Деградация почв довела многие наши сельскохозяйственные земли до состояния губки, на которую мы выливаем нефтяные химикаты, чтобы выращивать пищу. Не только все удобрения сделаны из природного газа, но все коммерческие пестициды сделаны из нефти, не говоря уже об энергии на посадку, сбор урожая, перекачивание воды для полива, переработку и упаковку, транспортировку продуктов и так далее. Этому должен быть конец. И когда он настанет, начнутся большие проблемы. Дело ведь не просто в том, что вы не можете доехать до рынка. Дело в том, чем вы будете кормить своих детей. В США и в Северной Америке мы потребляем 10 калорий энергии углеводородов на одну калорию съедаемой пищи. И это без учета транспортировки и приготовления. Это полный дисбаланс в соотношениях. Думаю, многие люди окажутся заняты в производстве еды способами, которые они сейчас не могут себе представить. Сельское хозяйство США имеет предпосылки стать намного более трудоемким. Гораздо большему числу людей придется работать в нем. Как люди будут добираться до работы? Какие виды работы будут вообще? Кто станет создавать продукты реального производства, особенно когда мы не можем больше доставлять сиденья для унитазов из Китая? Нам придется реорганизовать местные и региональные экономические взаимосвязи, при которых люди сами производят вещи, продают их на месте и перевозят на гораздо меньшее расстояние. В Соединенных Штатах мы имеем систему железных дорог, за которую было бы стыдно болгарам. Мы будем отчаянно нуждаться в железнодорожном транспорте для перевозки людей и транспортировки товаров. У нас его нет. Что у нас есть, это система автогрузовых перевозок, которая, возможно, будет становиться все более нефункциональной. Особенно, когда возрастают затраты на содержание гигантской межрегиональной сети скоростных дорог. Она требует
таких денег на поддержание на уровне, который инженеры называют высоким. Термин означает, что грузовики не ломают колесные оси, когда доставляют из калифорнийского Централ Вэлли в Торонто ваш салат «Цезарь». Едва определенное количество грузовиков начнут ломаться на дороге в 5000 километров, наступит конец трансконтинентальных автогрузовых перевозок, что также означает разрыв определенных хозяйственных связей, к которым мы привыкли. Сеть Walmart в Северной Америке эффективно и успешно уничтожила почти все местные и региональные сети коммерческих взаимосвязей. Эти сети придется воссоздавать. Нам придется снова учиться, как заниматься розничной торговлей на местном уровне. И мы не готовы к этому. Потребуется огромный, потрясающий проект. Тяжелое пробуждение. Среднестатистическая семья может не почувствовать последствия глобального пика нефти мгновенно. Ввиду того, что цены на энергию тесно переплетены с экономикой, пик нефти, вероятно, повлечет за собой экономический спад. Развитие событий в своей основе приведет к снижению экономической активности, поскольку будет меньше топлива, чтобы заправлять экономику. Люди будут удивляться, почему происходит спад за спадом, и почему каждый следующий спад глубже предыдущего, а выход из него затягивается все дольше. Фактически же мы не выберемся из рецессии, пока, наконец, рецессия не превратится в настоящую экономическую депрессию. И в этот раз не будет ей конца. Те, кто родились в пригородах или переехали в них, склонны считать, что этот приятный стиль жизни принадлежит им по праву рождения. Гараж на три машины, большой газон, еще больший дом. Потребление ресурсов воспринимается как должное, а вы просто платите за них ежемесячно по счету. Это изменится, и перемены, когда они настанут, будут жаркими. Возникнет ощущение, что мы в ловушке. Думаю, мы столкнемся с отказом признать происходящее, особенно когда настанет надвигающаяся катастрофа с природным газом, и цены на газ подскочат в 10 раз за один месяц. Когда же цены на бензин взлетят до доллара за литр, у всех возникнет сильное желание найти виновных. Инстинктивная реакция мгновенно будет следующей. Нас кинули. Нас обобрали нефтяные компании. Мы почувствуем, что пахнет заговором, что кого-то обязательно необходимо обвинить. А когда люди чувствуют себя обманутыми или жертвами заговоров, они часто реагируют агрессивно. Так что вы встретите сцены насилия у заправочных станций в пригородах Америки. И всего лишь потому, что несчастным людям заранее как следует ничего не объяснили. У пригородов очень плохие перспективы. Но, к сожалению, столько поколений американцев привыкло к ним, они настолько стали нормой, что начнется борьба за их сохранение, вопреки всем ужасным событиям, которые обрушатся на нас. И я думаю, что мы увидим в Северной Америке попытки поддерживать наследие пригородов еще долго после того, как мир однозначно даст понять, что так дальше жить нельзя. Исчерпание нефти и рост цены на нефть нанесут сокрушительный удар по пригородному населению. Это выльется в политические перевороты. Ведь именно жители пригородов играют непропорционально большую роль в американских выборах. Возникнет огромное давление на политиков, чтобы они решили проблему, раздобыв где-нибудь побольше нефти. По-моему, одно решение существует, хотя оно ввергнет политическую систему в сильнейший стресс. Думаю, американцы станут выбирать маньяков, которые пообещают им сохранить дома, участки, насаждения, дальние автомобильные поездки и пригороды, вне зависимости от того, что требует объективные события. Все это приведет к большим политическим трениям, вероятно, к насилию, к угрозе институтам демократии
и поставит вопрос, можем ли мы сохранять нашу цивилизацию в форме демократической республики. Я не утверждаю, что настает темная эра, но вижу много предпосылок для тьмы. Начнется драка за то, чтобы выбраться из пригородов. Внутри них пойдет борьба за останки наследия 20 века. Я употреблял выражение «групповое трахание», чтобы описать, что нас ждет. Думаю, дальнейшая судьба пригородов довольно безнадежна. Начнутся большие беспорядки, политический, экономический и общественный шторм. Мы не готовы к этому. Я использую то выражение потому, что оно шокирует людей. И тем не менее употребляю его, потому что уверен, только через шок можно заставить людей осознать необходимость готовиться к проблеме. Возникнет сильное политическое противодействие попыткам донести до потребителей, до избирателей необходимость менять образ жизни. Какова роль средств массовой информации во всем этом? Почему американскую общественность не посвящают в тему, не учат и не информируют? Это на самом деле удивляет, поражает. Я, кажется, сказал тебе выкинуть эту историю. Она будет стоить нам кучу рекламы. Если ее не напечатают, я ухожу. Да, пожалуйста. Средства массовой информации хранят молчание об исчерпании энергоносителей, потому что им это невыгодно. Если они решат рассказать жителям Северной Америки, что вообще-то у нас заканчиваются те ресурсы, которые обеспечивают экономический рост, поднимутся ли чьи-то акции в цене, кроме акций узкой группы производителей солнечных батарей и ветряных турбин? Крупнейшие СМИ упрямо оставались безразличны к теме. И знаете, может быть, даже потому, что люди в СМИ такие же недалекие, как рядовые американцы. В конце концов, они и есть рядовые американцы. Все это просто странно и удивительно. Самая трудная вещь сейчас — оторвать внимание американцев от развлекательных походов по магазинам, от Дженнифер Лопес и компьютерных игр, американского футбола, гонок NASCAR и остальных сегодняшних забот. Реальность неудобна для бизнеса. Что удобно для бизнеса – это фантазия. Мы счастливо существуем в этом пузыре коллективного транса. Идея в том, что все отлично, и все соглашаются, что все отлично. Близящийся мировой нефтяной кризис – это очень, очень плохая новость. Но что показательно, средства массовой информации молчат о нем. Немногие из нас имеют представление, насколько наша жизнь зависит от избытка дешевых ископаемых топлив. И мы не готовы к потрясениям, которые грядущий кризис повлечет за собой. Мы – общество, сидящее на нефтяной игле и не желающее слышать, что нефть заканчивается. Сан-Франциско, США. Симпозиум по вопросам исчерпания нефти и природного газа, октябрь 2003-го. Название нашего сегодняшнего мероприятия «Заканчивается ли в Америке бензин?» Сейчас мы сами принимаем решения в нашей жизни, и решения принимаются за нас. Решения, которые изменят судьбу грядущих поколений. Мы живем в эпоху, величайшей в истории империи. И это империя нефти. Ведь это нефть, что осталось. Мы задавались этим вопросом 3 или 4 раза за вечер. 60% всей доступной для добычи нефти на планете в Персидском заливе. И вот в 1979 появляется доктрина Картер, в которой ближневосточная нефть объявляется объектом стратегической важности для США, и мы оставляем за собой право применять военную силу для ее защиты и для обеспечения нашего доступа к ней. Мир уже в состоянии, когда мы боремся не за основные нефтяные запасы, мы боремся за остатки. Теперь о неоконсерваторах. У них есть план.
Это план действительно мирового господства. Они не скрывают этого, вы сами можете прочесть в их документах. Документы общедоступны в интернете, в том числе на их собственном сайте. Проект нового американского века. Мировое господство прежде всего потребует полный контроль за сокращающимися нефтяными запасами на планете. Ирак был срежиссирован как первый акт в масштабном переформировании Ближнего Востока и Средней Азии. Нам же сказали президент и вице-президент, чтобы мы готовились к войне на всю оставшуюся жизнь. США не оказались бы в Ираке, если бы в той стране не было нефти. Единственный интерес США на Ближнем Востоке — это нефть. С военной точки зрения мы однозначно наблюдаем многофазную войну ради контроля за остатками нефти на планете. Это война, которая не закончится при нашей жизни. Думаю, война в Ираке — нечто больше, чем война, из-за чего она и вызвала всеобщий интерес к теме. По иронии, в этом отношении она сослужила добрую службу. Ведь люди начали интересоваться, какого черта нам понадобилось в Ираке, если он только не играет ключевую роль в вопросах нефти. Теперь-то очевидно, что никакого оружия массового поражения там нет и никогда не было. Так что должен быть другой мотив. Соединенные Штаты обязаны оттеснить на мировой арене любого другого претендента на контроль над ресурсами. Афганистан и Ирак — это вводные партии в том, чему предназначено стать долгой серией войн и международных схваток за остатки нефти в мире. Более 60% нефти находится там, где люди нас не слишком любят. Что мы делаем сейчас, это тратим все больше денег и энергии, чтобы удержать под контролем заокеанские нефтяные запасы. Можем ли мы контролировать нефтепроводы, скважины, нефтерерабатывающие заводы? Сомневаюсь. Все, что нужно для выведения завода из строя, это 2 килограмма взрывчатки и верблюд. Мы уже сейчас тратим 50 миллиардов долларов в год в разных странах Ближнего Востока, Саудовской Аравии, Катаре и других. Прибавьте к тому же десятки миллиардов на Ирак, это начинает влетать в круглую сумму и очень сильно тормозит американскую экономику, приводя к росту правительственного, внешнего и внутреннего долга. Нельзя забывать и о цене в человеческих жизнях. Американцы возвращаются домой в гробах. Цена также измеряется в гражданских свободах американцев. Американцы не собираются сидеть и смотреть, как эта внешняя политика захвата и оккупации продолжается без конца. Недовольных будет все больше и больше. Что правительство намерено делать с этим недовольством? Мы уже наблюдаем ввод ограничений в виде так называемого патриотического акта, который существенно уменьшает конституционную защиту свободы слова, проведения собраний и неприкосновенности частной жизни. Используют ли это против американцев, которые решили выразить свое отвращение к американской военной политике? Думаю, скорее всего, да. Вы увидите гораздо больше мировых конфликтов. Много людей за океаном погибнет в них. Армейский призыв будет восстановлен в США. Это бесконечная война. Пока мы бегаем вокруг стульев под музыку, Министерство обороны выступило с призывом к добровольцам пройти службу в избранных частях. Думаете, Дик Чейни шутил, когда говорил, что война не закончится при нашей жизни? Думаете, Чейни шутил, когда говорил, что это будет крупнейший конфликт из когда-либо виденных? Все уже происходит. Ладно, какова альтернатива? Конечно, мы можем получать энергию не только из ископаемых топлив, но и из других источников. Да, через 50 лет мы могли бы вырабатывать 20% альтернативной энергии. Такое вполне реалистично. Но 50 лет у нас нет. Даже 10 лет у нас нет. Через 5 лет мы будем по ту сторону пика добычи нефти, и требоваться ее будет гораздо больше. Не существует никакой комбинации так называемых альтернативных топлив,
которое бы позволило нам эксплуатировать то, что мы эксплуатируем в Соединенных Штатах, так, как мы делаем это сейчас на нефти и природном газе. Никакой объем солнечной или ветряной и даже атомной энергии не позволит нам продолжать нынешний образ жизни. Многие думают, что водород спасет нас. Однако водород — это, на мой взгляд, любопытный пример массового заблуждения, одного из тех, которые возникают, когда люди начинают бояться. А причины для страха есть, потому что у нас нет плана «Б». Люди должны очень критически подойти к вопросам альтернативной энергетики, прежде чем прыгать в спасательную шлюпку, не зная, поплывет она или нет. А мы наблюдаем почти истеричные аплодисменты водороду. Водород — это шутка, это миф. У нас не будет водородной экономики. Водород — это не энергоноситель, это накопитель энергии. Сегодня весь водород производится из сырья, что требует затрат энергии. В общем случае, для выработки водорода требуется больше энергии, чем можно получить от самого водорода. Идея сказочная, ведь водородному двигателю нужны только вода и электричество. Но для получения электричества требуется какая-то форма энергии. Самый простой способ получить водород — это использовать метан. Метан — всего лишь научное название природного газа. Но при дефиците газа, что нам нужно меньше всего, так это еще один вид его использования. Водород — вещество очень неудобное. Его крайне трудно перевозить. Защитники сжатого водорода говорят, на машине, заправленной 700 литрами сжатого водорода, можно проехать 500 километров. Я отвечаю, отлично. Кто будет проводить крэш-тесты на такой машине? Нужно также учесть требования к инфраструктуре. На планете 600 миллионов двигателей внутреннего сгорания, 200 миллионов в Соединенных Штатах. Люди говорят, мы просто пересядем на водородные машины. Кто станет выпускать водородные машины? На производство одной машины идет энергетический эквивалент примерно 90 баррелей нефти. Кто платит строительство фабрик? Где деньги на эти фабрики? Где заправочные станции? А мы так просто собираемся взять все, что сейчас ездит на нефти, и так просто заменить на нечто, что ездит на водороде. Не сработает. Люди не учитывают суммарные энергозатраты, отношение вложенной энергии к полученной энергии. Если вы преобразуете биомассу в дизель, сколько энергии уходит на создание биомассы? Если это растение, сколько удобрений, нефти, воды пошло на их выращивание? Вы должны учитывать всю цепочку слагаемых от начала до конца. Этанол – растратчик энергии. Чтобы растить и удобрять кукурузу, а затем преобразовать ее в спирт, требуется больше калорий, чем выделяется при сжигании спирта. Это невозможно ни с математической, ни с сельскохозяйственной позиции. Нам не хватит земли. Даже если бы мы были рады, а мы, к несчастью, рады, полностью перейти на кукурузное биотопливо, то осталось бы очень мало или не осталось вообще площадей для продуктового земледелия. Когда рассматриваешь проблему всерьез, мы занимались этим на нашем сайте, обнаруживаешь, что нет ни одного сочетания ресурсов, которое бы позволило планете Земля продолжать потреблять, как сейчас, и жить припеваючи. Нашу зависимость от нефти быстро и легко не устранить. Для нее не существует доступных, тиражируемых альтернатив, и до сих пор не появилась политическая воля решать проблему исчерпания нефти. У нас есть определенные запасы, и это запасы идей о том, как справляться с вызовами жизни при дефиците нефти. Некоторые из идей приходят из общественного движения под названием «Новый урбанизм». Упрощенно говоря, оно отстаивает возврат к более традиционной пешеходной организации поселков. Новый урбанизм был реформаторским движением в области планирования и архитектуры городов. Он основан в конце 80-х группой молодых планировщиков и архитекторов, осознавших, что пригородная Америка зашла в тупик. Они изучили историю, то, как люди прежде организовывали свою жизнь, и пришли к выводу, что будет очень полезно вернуться к тем принципам городского планирования, которые после Второй мировой войны проектировщики дорожного движения и нашего сегодняшнего мира выбросили на помойку.
По иронии, новый урбанизм сегодня яро критикуют за приверженность истории, критикуют как направление назад в будущее и так далее. Но, по-моему, эта критика не по существу. Необходимо собрать все нити культуры, истории и протянуть их в будущее, развивать традицию. Вот задача нового урбанизма. Вот что ново в новом урбанизме. Для начала мы должны возродить идею, что город, городской район могут быть замечательными местами. И, по-моему, новый урбанизм уже достаточно преуспел в этом начинании. Традиционный американский городок и большой американский город — легендарные примеры урбанистической застройки. Мы до сих пор применяем ее элементы, классическую американскую решетку кварталов, как в городе, так и в поселках. Такое почти нигде не встречается. Среда обитания, которую мы создаем сейчас, дешевая подделка, если сравнивать с тем, что было когда-то. Это печально. Реклама современных пригородов стала очень отвлеченной, что скрывать ни одно из этих мест не является тем, чем хочет казаться. В них нет ни устойчивых людских общностей, ни общественных, ни экономических связей. Они всего лишь спальные районы в тупиках, потому их реклама строго символическая и сентиментальная. Районы застройки всегда получают имена того, что они уничтожают. Если район называется «Перепелиные выводки», вы знаете, что перепелов там истребили. Если это дубовая роща, значит, не осталось ни одного дуба. Живи в гармонии с природой. Даже жители пригородов легко шутят по этому поводу. Вот вам и показатель глубинного понимания недостатков пригорода. Он не предоставил того, что обещал. Это не настоящая сельская жизнь. Это издевательство над образом сельской жизни. Все голосуют против ползучей застройки, ненавидят торговые улицы, типовые кварталы и остальные кучи мусора, что мы возвели. И любят старые центральные улицы с их двориками, более разнообразные и близкие сердцу. Культурная инерция огромна. Домостроители оснащены технологиями выпуска товара, типовых поселков на тупиковых трассах. Привыкли к ним и точно знают, как работать. Работа приносит отдачу, и они не собираются меняться. По-моему, если бы у людей был выбор, они бы отказались от традиционного деления на поселки, особенно в жилом домостроении. Мы разрабатываем проект Stapleton в Денвере. Stapleton перепроектирован в соответствии с концепцией нового урбанизма и теперь продается с наценкой около 25% по сравнению с типичными пригородами в своем регионе. Для меня это демонстрация того, что рынку действительно нужна более разнообразная и более удобная для пешеходов планировка. Довольно скоро, из-за ситуации с нефтью в мире, новый урбанизм окажется единственным стилем городской организации. Обстоятельства заставят нас в Северной Америке жить по-другому. Нравятся нам внедорожники или нет? Думаю, важно выстраивать альтернативные варианты на множестве оснований, а не пытаться свести все к одному решению, обосновывая его энергетическими проблемами. Может быть, глобальное потепление — еще одна проблема, которую предстоит решать, планируя пути развития. Должен существовать, и фактически существует, миллион причин создать хорошие города. В любом случае, той модели пригорода, какой она была в конце 20 века, приходит конец. Трудно представить, что все это, даже находящееся в стадии строительства, способно потерять свою ценность в ближайшие годы. Но пригородный образ жизни может становиться все более непрактичным по мере углубления глобального нефтяного кризиса. Новый урбанизм предлагает возможное решение. Как вновь сделать наши поселения спокойными, удобными для пешеходов и для проживания? Как сделать их жизнеспособными? Но эта инициатива может оказаться слишком запоздавшей для многих обитателей пригородов. У жилых пригородов не слишком радужные перспективы на реконструкцию, поскольку невозможно подвинуть дома ближе друг к другу. Вы понимаете, это будет бессмысленно. Большинство оптимистических идей по решению проблем пригородов
касаются превращения торговых центров в места смешанного назначения, где люди могут и жить, и работать, и делать покупки. Иными словами, вокруг превращения мест с узкой специализацией в настоящие поселки городского типа. Особенность пригородов в подведенных к ним избыточно широких дорогах и в торговых улицах по периметру, которые неэффективно используют территорию. Это одноэтажные дома с просторными автостоянками. Такие широкие полосы идеально подходят для общественного транспорта и допускают плотную застройку в ходе перепланировки районов. Торговые улицы можно целиком реконструировать, потому что они никому не нравятся. Так внезапно в этих местах появляется что-то, к чему ты привязываешься, куда можно пойти. И так внезапно возникает городская среда, где могут жить молодежь и те пожилые люди, кому не нужны дворы. Лично я испытываю легкий пессимизм. Будут ли у нас ресурсы для подобной реорганизации, и что это за ресурсы? Понимаете, период огромного изобилия, когда мы имели все это богатство, уходит в прошлое. Мы входим в период, когда денег значительно меньше, и меньше возможностей вкладывать в будущее. Так что, думаю, гораздо чаще мы встретим сиюминутные спонтанные решения. Люди постараются наилучшим образом употребить обломки того, что осталось. Ближайшие пригороды уже начинают доставлять проблемы. В них нет ни настоящей красоты, ни планировки исторических городов, чтобы перестроить соответственно. Так что ситуация с ними довольно неоднозначная. Но я не думаю, что то, что может случиться, обязательно случается. Пригороды, построенные после 60-х годов, почти полностью перестанут выполнять свои функции. По нескольку семей будут жить в одном типовом доме и растить овощи там, где когда-то был газон. Но в основном, я думаю, районам суждено стать трущобами в будущем. То жизнеустройство, которое мы организовали в Северной Америке, гигантская инфраструктура по обеспечению повседневной жизни, утратит всякую ценность. Она не может функционировать должным образом в мире без дешевого ископаемого топлива. Что будет происходить с обширным пригородным ландшафтом по мере углубления кризиса? В то время как одни верят, что у такого стиля жизни мало перспектив, другие убеждены, что возможность приспособиться к новым реалиям 21 века существует. Большие кризисы — это по определению такие проблемы, на которые не обращают внимания, пока они не разрастаются до огромных размеров. И вот на подходе большой энергетический кризис. О чем я волнуюсь больше всего, это сколько нам осталось, даже если мы начнем действовать. Чем дольше мы затягиваем действие, тем большую силу набирает проблема. Нам нужно осознать, насколько ограничена и хрупка наша энергетика. Есть мелочи, которые можно предпринять, но может ли кто-то один решить проблему? Нет. Нужно, чтобы проснулись все. На большинстве людей проблема отразится в том, что им в основном придется действовать на местном уровне. И мы должны, по крайней мере, мысленно готовиться к этому. Спросите себя, где я буду работать через 10 лет? Я сам думаю об этом. Я писатель, но я завишу от издательско-торговой индустрии. Издательско-торговой индустрии может не быть через 10 лет в ее нынешнем виде. Мне пришло в голову, что я бы основал местную газету. К счастью, технологии дали возможность многим при желании работать дома. Научитесь обходиться без большинства поездок на машине, меньше зависеть от автомобиля, если возможно, потому что, поверьте, нам придется это делать в будущем. Обращайте внимание, как вы используете энергию. Имейте в виду, что стоимость энергии была слишком низкой, и она должна намного повыситься. Одно из самых распространенных суждений, которое я слышал, и которое считаю положительным следствием пика нефти, таково. Мне 52, мои родители росли в депрессию, и тогда существовало сильное чувство общности и добрососедства, ощущение малой родины, что неизбежно возродится после пика нефти, наряду со стонами, зубовным скрежетом и вспышками гнева. Но думаю, что люди заново научатся быть соседями. Это может быть полезно для пригорода. К чему мы придем в итоге? Это к созданию большего числа местных источников энергии.
Так что если где-то возникнут проблемы с энергией, то это проблемы отдельного поселения, а не одной трети Соединенных Штатов. Альтернативная энергетика станет спасательной шлюпкой, построенной на местном уровне людьми, которые заявят: «Никто не сделает это за нас. Мы должны сделать это сами. Нам нужно подать энергию солнечных батарей в район, прямо сейчас протянуть провода в дома, потратить на это столько, сколько необходимо, потому что центральная энергосистема перестает работать. Нужно найти способы восстановить производство биотоплива в нашей местности. Пик нефти повернет глобализацию вспять. Выживание будет зависеть от непосредственного окружения. Я утверждаю, локальная экономика – единственный путь спасения человечества». Так или иначе, человечество всегда переживала катаклизмы. При определенной изобретательности мы через 20 лет можем сказать: «Взгляните на все то новое, что мы разработали, когда серьезно подошли к проблемам энергетики». Через 20 лет нефть все еще будет в земле. Через 200 лет кто-то где-то все еще будет качать ее. Но скоро, при нашей жизни, растущие запросы американской мечты здесь, в пригородах, превзойдут возможности планеты предоставлять энергию. Научимся ли мы мечтать о чем-то лучшем для нового мира? Пригороды возникли от желания людей сбежать из города и были вполне успешны в своем нынешнем виде на протяжении всего существования, а именно на протяжении нефтяной эры. Это был добрый 70-летний путь. Теперь наступает время, когда пригородный образ жизни становится все более трудным, бесполезным и экономически невозможным. Через 2-3 века люди будут изучать историю и творить мифы о том, как мы живем сейчас. Сочтут ли они наше время золотым веком или эпохой ужаса и сумасшествия, не знаю. Возможно, что второе. Они оглянутся и воскликнут: «Боже, что это за люди? Как они могли так глупо поступать?» Ирония характерна для конца 20 века, но входя в век 21, мы обнаружим, что теперь ирония – непозволительная для нас роскошь. Происходящее не смешно. Наша жизнь зависит от того, окажется ли окружающая среда привлекательной для обитания и способной поддерживать нашу цивилизацию. Мы не сможем больше расслабиться, иронично посмеиваться, наслаждаясь происходящим. Этот отрезок истории кончился. Пора становиться серьезными. Но прямо сейчас катайтесь вместе со счастливой, многотратящей и многопокупающей молодежью сегодняшнего дня. Перевел и озвучил А.Б. Февраль 2011 года.